Росгвардейцы помогли найти 69-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу. Экипаж Одинцовского отдела вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования в Звенигороде, получил информацию о том, что пожилая жительница пошла в лес за грибами и заблудилась. Нашли пенсионерку через 2 часа вблизи деревни Дяденьково. Женщина смогла назвать только свою фамилию и имя, но не вспомнила адрес. Росгвардейцы сопроводили ее на дорогу, где ожидал муж.